Массированный ракетный обстрел Украины. Под ударом 7 областей и большие города. Львов, Днепр, Луцк. 5 человек погибли, много раненых. Пострадали жилые дома, детский сад и больница. Россия выпустила 28 ракет, в том числе Х-22 и «Калибр». Украинское ПВО сбило 16 из них. Все подробности прямо сейчас. В этот раз больше всего досталось Луцку, куда прилетает, в общем-то, нечасто. Там оккупанты попали в предприятие, погибли 3 его работников, еще 4 пострадали. Пришла информация о влучании в промысловый объект 2 крылатых ракет. Зараз працює ДСНС, працює поліція, з'ясовуємо обставини. А в Краматорске оккупанты уничтожили продуктовые склады. Погибли 2 его работников, еще 1 получил ранение. Тем временем во Львове сильно поврежден детский сад и около 100 жилых домов. В одном из них вспыхнул пожар. Есть попадания и в нескольких окрестных селах. Жертв нет, однако пострадали 15 человек, среди которых и дети. 2 часа тому назад тут на этом месте стоял дитячий павильон нашего садочка. Ракета прямо точно влупила в цей павільйон. Зараз є вирва глибиною 9 метрів, 20 метрів в діаметрі, там навіть є залишки цієї ракети. В Дніпрі ракети попали в предприятие, где вспыхнул масштабный пожар. Травмированы 2 пожилих людей. Кроме того, оккупанты сильно повредили один из спорткомплексов города. Прямо возле здания огромная воронка. А в городе Смело Черкасской области российские ракеты попали по больнице и предприятию. Там тоже обошлось без жертв и пострадавших, но в части города нет воды. Враг обстрелял и Ивано-Франковщину. Там на отлично сработало ПВО, но обломки ракеты упали на жилой дом. К счастью, тоже без жертв и пострадавших. Также прогремели взрывы и в Хмельницкой области. Про последствия пока ничего не известно. Напомним, вчера российская армия масштабно обстреляла Одессу. Украинское ПВО сбило 8 калибров и 15 шахедов. Жертв нет, но ранения получили 3 человек. От ракетных обломков и взрывных волн пострадали почти 300 домов, и полностью сгорел супермаркет.